В преддверии священного праздника для всех мусульман Курбан-Байрам в Каспийске активно началась подготовка к этому дню. На сегодняшний день уже проделана большая работа. Подготовлена забойная площадка для мелкого рогатого скота, который будет использован для традиционного жертвоприношения. Подготовление данной территории, предназначенной для закалывания животных, уже длится в течение 7 дней. Работа идет полным ходом, максимально активно, изо дня в день. И сотрудники духовенства Каспийск совместно с волонтерами фонда и так далее принимают участие. Также принимают участие и горожане нашего Каспийска. Загон жертвенного животного будет осуществлен за день до праздника Курбан-Байрам. Отметим, что на площадке будет около 3000 голов мелкого рогатого скота. Каспийчанин, любой желающий и не только, может прийти сюда в день праздничного, в день праздника Курбан-Байрам, после праздничного намаза, который будет совершаться в мечетях города. После этого сразу же может прийти сюда за себя, за членов своих семей, заколоть барана, животного, чтобы совершить праздничное жертвоприношение. То есть на данной территории, на данной площадке приготовлены все необходимые условия для этого. Кроме того, на территории подготовлен небольшой комплекс для совершения намаза, включая санузел и кухню, где работники могут перекусить и пополнить силы для работы. Данная площадка будет функционировать на протяжении 3 дней, то есть всех праздничных 3 дней. Любой желающий, начиная с 1-го дня праздника Курбан-Байрам, завершая последним, может прийти сюда и совершить обряд жертвоприношения. Организованы забойные площадки на территории города по адресу Амитхан Султана 44А. Проходить праздник будет 16 июня. В это время жители города могут прийти и провести жертвоприношение после праздничного намаза и до наступления вечерней молитвы. На данной площадке также будут функционировать отдельные блоки, по которым любой желающий может определенную часть из жертвенного животного оставить себе. Ну, как правило, это бывает треть, а остальную пожертвовать в пользу, получается, подопечных благотворительного фонда «Инсан» и всех нуждающихся, в частности, горожан города Каспийска. Организатором мероприятия является благотворительный фонд «Инсан» и духовенство города при поддержке администрации Каспийска и многих других. Пользуясь случаем, хочу поздравить каспийчан с наступлением особенного священного праздника Курбан-Байрам, пожелать благодати, процветания, успехов. Этот праздник знаменует особенные дни, особенное время благоденствия. Пусть добро, мир и процветание никогда не покидают нас, чтобы этот праздник и жертвоприношение, которое будет совершено нами, принялось Всевышним, и чтобы мы также в здравии, в тепле до следующего года встретили данное событие.